И снова всем привет, друзья. Такое дело. Взял второй заказ. Нужно его отвезти в Ховрино. Я думал, что сразу поеду, а там, оказывается, у меня времени до 6 вечера. Поэтому, думаю, попридержу. Взял поблизости еще один, третий заказ. Сейчас поеду его отвезу, собственно говоря, на... на точку. Что-то все перерыли. Поэтому сейчас развернусь вокруг дома, обойду. Отвезу получателю и уже поеду непосредственно в Ховрино. Может, если по пути какой-нибудь заказ будет еще туда, с Серпуховской, значит, еще его прихвачу. А вечером подведем итоги, насколько это все выгодно, скажем так, с учетом того, то, что у меня безлимитная карточка на проезд, собственно говоря. Ну, еще у меня с собой несколько конфеток, короче, и бутылка воды 0,5. Вот так вот.